Это не выпуск, это влог. Номер 4. О, Сан-Франциско. Мне башку не отрезал? Да, да, забыся. В общем, всем привет. Всем привет, злодеям и прочим. Не нужно. Злодеям и прочим, блядь. Всем привет. Всем привет. Привет. Что за яйца взялся? Короче, всем привет. Ты постоянно за них берешь. Все, кто смотрит, это трошак. Да? Да. Не, всем привет, Антон. Привет, Кать. Промежуточный влог после первого сезона нашего успешного. Промежуточный. Про какую промежность ты подумала? Ты говоришь промежуточный. Ты про какую-то промежность подумала? Да определенную? Нет. Что за волохня? Да, после первого нашего успешного сезона шоу F21 успешность не измеряется подписчиками и просмотрами особенно. Да? Да. Он просто стал успешным. Ну, мы же для себя много всего узнали нового. Да. Да. Надеюсь, наши зрители тоже много чего нового узнали. Что не всегда нужно верить в то, что пишется на упаковке. Это да. Не будем. Может быть, еще когда-то отснимем что-то, поговорим именно на эту тему. Ну, в общем, не важно. Что такое? Да, желудки болят до сих пор у нас после этой ереси. Короче, давай, у нас сегодня влог, там, где мы заказали кучу разных херни с Алиэкспресс, как говорится, дорвались до Алиэкспресс. И мы теперь будем их отпаковывать, смотреть, что нам пришло. Я вот это хочу, потому что я хотела... И узнать, за сколько оно пришло, это тоже да? Интересно, конечно. Давай первая посылочка, вот. Пришла она. Нам from Guo Yan Chen. Спасибо, Guo Yan Chen. Ты по-китайски читаешь? Мне там... Английским. Ладно. Ты можешь говорить стоимость, или ты не знаешь? Я не знаю. А, я скажу, сейчас буду говорить. Ну, типа, когда откроем, я же знаю, что это. Короче, Юра заказал что-то такое. Он заказывал это, эти вещи без меня. И то есть... Подожди, а где этот? Отсюда и пара. Ладно, там. Чё, две пары? Да не знаю. Там заказывал две, наверное. Они стоят, может, вообще копейки. Короче, чулочки. А, это чулочки для ограбления банка. Нет, сами. Кстати, это правильные чулочки. Да? Да. Просто в прошлый раз я себе заказала чулочки, они без... Ну, они не держатся. Покуда я с Дарницы к Юре на ГД доехала, так они уже сползли непонятно куда. Ну что, нормал? Ну не знаю, надеюсь, будет держаться. Ну и давай все, померим, попробуем. Без силиконовой штучки. Давай потом как-то тебе отдельно. Я не понял, тут, по-моему, нас сотрет ради того, чтобы ты сейчас мерила, Катя, а не ради какого-то троша. Ну потом, сейчас померяем, мы переснимем еще один выпуск уже, потом некоторые вещи покажем, некоторые за кадром, да, оставим. Да. Они, кстати, классные на ощупь. Очень классные. Я понять не могу, что это. Ну, типа... Чулочки. А, вот это, наверное. А, да, вот. Короче, они стоят... Одна... 86 центов. Это одна пара? Одна пара 86 центов. Ты две заказывал? Угу. Дошли они нам за... Это будет штука номер один, мы потом внизу в описании оставим вот так последовательно, что мы пополучали, и, типа цена и ссылка. Ну даже не цена, а ссылка просто на эти все приколы. Короче, чулочки классные. Ну ты померяешь, потом еще да, скажешь. Да, потом я тебе померяю. Ну на ощупь мне очень нравится. Короче, были заказаны 7 апреля, мы их получили 23 апреля, то есть за 16 дней они дошли. Это что-то мелкое, это, наверное, Юрина.
Ага. Кабель. На, обсмотрим. Оранжевый кабель. А, обычный типа micro USB. Я его заказал. Не спешим. Я не спешу. Я смотрю ту посылку, которую я сама утром еще хотела открыть, но ты мне ее не дал. Да, походу были четкие. Ой, блин. Вот, блин, я так люблю все трогать и на ощупь определять, что там. Потому что Юра сначала ж не дает открывать. Ты можешь его открыть? Может, мы проверим. Давай. Блять, у меня как обычно тупо вырубился и нет. Кабель как кабель. Воля кабель это говнянейший нет в мире. I ever had before. Основание, ну вот здесь вот там, где держится, можно сказать, что даже с грубой резины, это не пластик. В ткани он, ну как бы, не будет переламливаться вот здесь вот, типа в основании. Это очень, ну, большой плюс. Так, вот это оно, походу. А, не, ни хера. Он один, да, был? Да. Бля, это странно, что он один был. А к чему ты его заказывал? Ну, он подходит к красным телефонам. Он мне в разъем не влазит. 55 центов он стоит. Юра, он мне в разъем не влазит. Он стоит 55 центов. И он дошел к нам за 14 дней, за 2 недели. Он в разъем мне не влазит. Я не буду ломать. Покажи. Влазит? Подключи. Проверяем? Да. Ну, что-то... Там так пошел. Только он очень тугой. То есть такой нормальный. Ого, нормальный кабель. Она сразу всю информацию с твоего телефона перекинула, типа сохранила. Да. Классный, да, так? Нет. Давай. Я буду посмотреть, что там стоит. Что там напорило? Да. У Кати на телефоне одно поле. Ты там сама только что это сказала, Катя. Блин, я что-то мял. Кать, ты сама это сказала, Кать. Тут, короче, что-то такое, какое-то непонятное, конечно, что на резинках. А что за пользу, Кать? Да наша совместная. С кем? С тобой. Угу. Что такое? Давай показывай. Давай показывай. Что это? Не знаю, показывай зрителям, мне же интересно, Кать. Что это за траш, Кать? Позиция номер 3. Я тут такого, наверное, даже не найду. Это трусы. А, вот оно. А ну покажи. Чёрт. Ну, это сердечко. Это трусы. Кать, что ты делаешь? В Инстаграм заливаешь? Ну, а что ты там делаешь, Кать? Это Wi-Fi выглядит, чтобы у тебя комп не врубался. Мне нужно телефон выключить. Что ты делаешь там? Мы так-то снимаем, может, какой-то... Я не хочу это комментировать, Юра. Я не знаю, что это вообще. Тут труны. Вот и будешь. Так это я себе и заказал так-то, Кать. А с чего ты взял, что я тебе заказал? Короче, нормальная фишка, особенно вот это. Это тут отсоединяется оно, и можно типа... Так называемый анусай. Короче, нормально. Позиция номер 3 стоит всего 79 центов, зашло за 14 дней. Идеал. Безразмерно.
Нормальные трубы. Короче, если вам не понравилось, берете так отсоединяете и браслетик на ручку. Вот. Либо на шейку. Да, ты чуть не сломала только что. Кого? Да? Там резинка. Ё-моё, Юра, я не думала, что у тебя хватит мазов такой заказать. Слушай, я там смотрел, типа, новинки разные. Меня заинтересовал такой вариант за 79 центиков. Потом поделюсь впечатлением, и я поделюсь после этого. После примирения, да? После примеривания, правильно говорить, или примирения? Позиция номер 4. Что это? Кажется, опять труны. Там распродажа была трунов, и я решил, типа, воспользоваться этим. Ну теперь весь ютубчик будет палить, в каких трусиках я хожу, да? Ну да. Надеюсь, нормальные это... труны? Вот это вот реально нормальные труны. Не то, что вот это. Вот это что такое? Слушай, я не знаю, Кать. Ну типа, ты же не мерила. На ощупь очень классно. Да? Давай пощупаем. Угу. Шелковистые. Сколько они стоят? Так, они стоят 81 цент. И они дошли тоже за 14 дней. То есть они тянутся. Ну, подтяни внизу. То есть на биг какую жопу вот такой, как у меня налезет. Да-да. Спасибо, ты классный. Это была позиция номер 4. Ссылочки будут в описании. Кстати, классный трун, реально классный. Лучше бы такие заказал, чем вот те. Да успокойся ты, это ж, ну типа, я только тут начинаю свой очень тяжелое. Шоппинг на Алиэкспресс. Тут что-то такое, наверное, такое что-то классное. Все, подожди, покажи мне, потому что там кое-что может прийти, а, нормально. Это что такое? Это у меня есть какие-то лосины пришли? Тяжелое что-то. Угу. Шо? Ёперный театр. Ёперный. Короче, это типа под джинсы. Это джинсы. Вон в том, что там было написано, это джинсы. Да нет, это лосины под джинсы. Там было написано, что джинсы. Люди останавливаются все. Прикол в том, что они рассматриваются. Что, реально? В общем, ладно. Юра, одень кепку. Это штука сзади. В общем, я их померяю. А цена сколько? 3,81. Там. Ну, 100 гривен где-то. Ну, так уж и дофига. Ну, типа, интересно просто, какие они, что они из себя представляют вообще в этой жизни. А это позиция номер 5 была. 3,81 дошли они за 16 дней. Я надеюсь, тут будет то, чего я не должна видеть. Не, пожалуйста, покажи. Блять, покажи. Что это такое? Юра, что это такое? Не знаю. Юра, что это? Да не знаю я. Ты маме отсюда не пьешь? Нет. Ты не потекал. Одеваться под леггинсы. Либо под очень плотные колготки. А, что без трусиков куда нельзя ходить? Ну, как ты думаешь? Не знаю. Нормальная юбка, да? Или хуевая? Такое что-то. Вот, короче, что происходит, когда Юра заказывает без меня вещи?
вот что происходит, понимаете? Вот что происходит. Фу, блин. Фух. Мне что-то плохо становится. За 14 дней дошла, стоит она 2,59 долларов. Что, не нравится, Юбка? Нравится. Мне вот это вот, вот можно его куда-то вот туда вот? Ну просто реально, ну мне портит. Подаришь кому-то, Кать? Тане. Тане подарим. Не, мы это разыграем все на канале. Ага. Ну это не надо. Он такой маленький. Короче, это мини, мини-штатив. Ого. Ты представляешь, ты ломаешь кости кому-то. Ну, а что, типа, если он вам не подошел как штатив, можете его использовать как вешалку. Ну, мини-штатив за 16 дней дошел. А под стоимостью? Стоит он... А, он же сюда не наденется. Возьми любую другую. Короче, стоит он $1.05. Ну, типа 30 гривен. Все. Сейчас, дай, подожди. Я из кадра вывалюсь чуть-чуть. Что так не буду делать? Пускай такие опасные тут. А он же цепляется за что-то? Ага. Так, я вернулся. Бля, он какой-то это... Сейчас мы попробуем что надеть на нашу камерку. Штативчик. Короче, удобная такая маленькая хрень. Можно я так буду сниматься? Можно. Потому что это так намного. А то я сижу, у меня спина болит. Хорошо. Нормально такой за 30 гривен прикол. Позиция номер 8, да? Это двое трунов. Кстати... Нет, Юра, это чулки. А, да? Угу. Точно? Да. Какие-то они как будто уже ношены. Они... нет, чулки. Нет, это не чулки, знаете. Гольфы. Не чулки. Юра, вот это для ограбления, иди сюда. Стоит 1,52 бакса. Что, на туре? Давай. Да давай. Да ты сможешь. Ну, Кать, ты просто не умеешь. Ну мне. Да, давай, подержи, ты попробуй. А, ай! Все, можно идти грабить нахуй бар, Кать. В лучших традициях. Да? Блять, только там закончилось время съемочки. У нас закончилось время съемочки. 20 минут лимит был, но мы не переключались, я надеюсь. Вы и... Ой, где второй? Где второй? Где второй? А где второй? Юр? Короче, я вспомнил фильм «Святые из Бундука», там где этот чувак бородач. Юра, где второй чулок? Там шо, один был? Да, походу. Где второй чулок? Ну вот второй. Нет, второй. Это второй. Ты хочешь? Ай, ай, блядь!
А, сука! Еще шишка, блядь, сзади, блядь. Не дает покоя. Нет. Просто крутили задние в портере пару дней назад. День рождения моего. Не, шо? Да, подержи. Вот, короче, я одеваю вот эту юбочку, вот эти челочки. Блин, а где второй чулок? А, вот. Я его захавала, короче. Короче, такое что. Короче, давай дальше. Красненький, я сказал. Красненький, это же самый, походу. Красненький. Это что мне это делать? Или это ты для своих домашних похоронок? Для домашних целей, конечно. Картошку жарить в черных, а суп варить в красных. Я уже картошку пожарилась, не сварила. Ну, без этого сука. Потом на перспективу, Кать. Ты же знаешь, у нас все на перспективу. Ой. Вроде бы ношеный. Что тут они поприходили? Что я заказывал? Попросила Юру, закажи мне, пожалуйста, одни чулки обычные. Ну, те, которые мы типа видели в первом варианте. Ну, а пришло, блин. Тогда я шопоголик просто. Знаю, на проверку одну взял. Но мне не надо, это тебе надо. Я вот такой херней не страдаю. Я просто не могу днем спать, когда, короче, ну, свет кругом. Такая хуйня. Да? Панда глаза погасит. Это что, нормальный прикол? Ебать, как оно стрёмно смотрится. Ой, попробуй в ту камеру, посмотри. Ну, пройди чуть-чуть вперёд, понимаю. Да, блядь, фильм ужасов тупо. Блядь, это фильм ужасов, я тебе серьёзно говорю. Ёб твою мать. Я тебя так утром буду встречать. Да, я одежду, ты посмотришь, насколько это стрёмно. У тебя ещё какие-то понты на брелах. На бровях оставались, Кать. Короче, пиздец. На рисунке одно, блядь, а на деле... А что на рисунке было? Не, ну такое же, ну типа на человеке оно не было одето. А сейчас когда понятно, что... Ну, только тут оно, знаешь, должно быть черное, чтобы типа свет не пропускало. Та-да-да-дам. Страшно? Блядь, это кошмар, Катя, это реально кошмар. Короче, оно дошло за 14 дней, за 2 недели, блядь, капец, как все быстро это приходило. Последняя посылочка. Последняя посылочка. Смотри. Что ты такой розовый? Юр, встать. Говори, насколько она встать. Это липчик, Кать. Бюстхалтер. Он зашел за 16 дней, и он стоит $26. Чем не розовый? О, тут бретелечки еще. Кстати, знаете, сейчас типа, ну, модные такие приколяски, типа под майку, которая с большими вырезами. Либо спина открыта, там типа как топик идет.
И аккуратненько можно подсоединить. Катя шарит в моде. Сзади и спереди. Ой, тут еще, короче, можно его вытаскивать. Не знаю, почему у китайцев сиськи круглые. Ну что такое? Ну что, давай мерить, Кать? Да, давай. Давай. Все, это, увидимся, не переключайтесь, мы померяем некоторые вещи и снимем это на видео. Не переключайтесь. Да, Юра кабель будет мерить. Просвечивается, не знаю. Ты говорил? Короче, ну что, как джинс, Кать? Это лосин. Как лосин? Нормально, лосин, тут, типа, короче, джинс. Еще кто-то так... Фабрик и жиряк? Ну, очень, но они... Капец, как тянутся. Ого, это реально? Дело в том, что они просвечиваются. Кажется. Если вы где-то нагнетесь, то будет видно. Ну, а так они по длине нормальные. На ощупь тоже классные. Что, реально на ощупь классные? Потрогай. Не классные на ощупь. Это да. Короче, они стоят 100 гривен? Да. Да? Нет. Че? Не знаю. Возможно, да, возможно, нет. Сколько они будут носиться? Ну... Это время покажет. Если же не зацепится за что-то, типа, чуть-чуть, то да, все, может пойти стрелка. Писет, да. Это, ну, это плохо. Ну, как по мне, нормально. Они, кстати, вообще с котами. Это круто. Хочешь натянуть. Что так и не придумают. Ну, ладно, давай. Иди мне верить. Трусики сейчас покажем. Да, Кать, это придет за тобой, знаешь кто? Пандамен, нах. Ты же не видишь? Что там делала, Кать?